Отже, після Харкова варто перенестися у Слов'янськ, де в студії громадського телебачення Донеччини нас очікує Сергій Горбатенко. В Слов'янську відбувається таємниче викрадення людей. Виглядає це таким чином. Люди в камуфляжі зі зброєю приходять до мирних, на перший погляд, мешканців, не представляються. Після цього люди вимушені їхати із представниками в камуфляжі та зі зброєю. От одна у невідомих напрямках при чому. Тобто не можуть знайти їх рідні, після того немає жодних документів, що це за люди були, за якими підставами знаходяться, куди можна найняти хоча б адвоката і так далі. При цьому цих людей, вочевидь, згідно розповіді очевидців чи свідків, скоріше за все підозрюють у, напевно, причетності до сепаратистських рухів. Це не досить звичайна історія, тому варто її засвідчити та показати. Після сюжету, який ми продемонструємо, Сергій буде на прямому включенні, розповість додаткові подробиці цієї справи, про те, що вдалося дізнатися більше. Декабря, примерно 12 часов дня, в кафе «Белая ночь» мою маму похитили неизвестные люди в масках, в камуфляжной одежде, с оружием, не предъявляя никаких документов и не называясь, кто они, что, даже на вопрос они не дали ответы, сказали, они скажут потом, но, конечно, ничего не сказали. Уводили они мою мать, сотрудника кафе, повара и хозяйку кафе Лопухову Анну. Ее спустя 8 часов вернули. То есть она пришла сама, уже ее высадили где-то. Моей матери нет до сих пор, уже трое суток. Заявление в городдел было написано сразу. Ну, пока ничего. Еще расскажите имя, отчество, фамилию вашей мамы, сколько ей лет, может быть, какие-то особые приметы у нее? Матяшевская Валентина Алексеевна, 49 лет. Маленькая женщина, низенькая, 1,50 м, где-то 7 ростом, 50-55 кг весом, никаких особых там очки. Вот она плохо видит, она всегда в очках. Ваша мама, чем она занимается? Повар. Повар в кафе «Белая ночь»? В кафе «Белая ночь», да, уже лет 6. У вас есть предположение, почему ее забрали и что от нее хотят? Ну, предположение только вот на почве подозрения в сепаратизме, как у нас тут в Славянске бывает часто. И все, больше никаких. А в то время, когда здесь была ДНР, где была ваша мама? Она поддерживала этих людей или нет? Ну, я не могу сказать, что она поддерживала. С плакатами она точно не бегала. Она нигде не кричала, не стояла. Еду никому не готовила. Как многие говорят, пытаются сказать, может быть. Нет, такого не было. Во время бомбежек мать сидела дома. В июне ее уже здесь не было. Мы ее забрали, мы были в Крыму все. И мы с отцом, ну, я ее и отца туда забрала к себе. И до октября она в Славянске вообще не появлялась. Если какие-то действительно есть обвинения, то она где-то должна же быть. Почему ее нигде нет? Почему никто не говорит, где она? Трое суток уже прошло. Это конечный период, когда могут задержать человека. Она должна где-то быть. Есть обвинение? Предъявите. Пусть ее куда-то в суд везут. Или ну, куда там, да? В Харьков. Куда угодно. Но чтобы найти просто, где она находится. А ее же нигде вообще нет. Ни по каким данным. Заходим. Закрыто. Закрыто. Остается комендатура Лаурицкого поезда. Сейчас мы ходили в СБУ, там закрыто. Сейчас идем в военную комендатуру. И ваши дальнейшие действия, собираетесь ли вы к адвокату обращаться? Обязательно, да, как-то. Надо вводить это в законное поле. Конечно, позвоним, обратимся. Будем собирать по родственникам, денег оплачивать адвокату.
подполковник сказал, разберется. То есть какой-то заинтересованности помочь. Мы не увидели. То есть он задал формальные вопросы, как нас зовут, как зовут пропавшую. А какие-то детали он даже не уточнял, сказал сразу, что это не его дело, и занимается он исключительно военными. Как-то так. Ну, в помощи, по крайней мере, посмотрим. Обещал помочь, да? Посмотрим, устно, да. Обещал помочь. Сказал, позвонит, номерами обменялись. А что вам говорили, такие случаи часто в Славянске бывают? Ну, в каждом, сказал, не единичный. В каждом месте, где мы были, говорят, что такие случаи часто происходят, и люди обращаются. В целом все. Отже, яким чином повар Слов'янського кафе, або кафе в Слов'янську, замішаний в сепаратизмі, і наскільки така жінка не має жодних прав для того, щоб якби, повідомити хоча б близьких, ми поговоримо зараз з Сергієм Горбатенко на прямому зв'язку зі Слов'янська. Привіт, Сергію. Добрий вечір. Чи вдалося щось дізнатись додаткове зі вчорашнього дня щодо цієї родини, наприклад? Свидетели, я хочу сказать, что свидетели этого случая боятся открыто говорить на камеру. Но вне камеры удалось выяснить следующие подробности. Вооруженные люди приехали на серебристом Ланосе. Я хочу сказать один нюанс. Кафе «Белая ночь», куда они приехали, находится прямо возле здания исполнительного комитета городского совета. То есть это центр города. Прямо в центр города кафе приехал серебристый Ланос. Оттуда вышли вооруженные люди в балаклавах. В помещении кафе они провели обыск, после чего попросили у хозяйки кафе два черных мусорных полиэтиленовых пакета. После этого они вывели из помещения двух женщин, собственно, хозяйку кафе и повара. Они одели им эти полиэтиленовые пакеты на головы и увезли в неизвестном направлении. Хозяйка кафе говорит о том, что, видимо, их отвели в подвал, так как пришлось спускаться куда-то вниз. После того, как они попали в этот подвал, женщин разделили. Повара увели неизвестно куда. А, собственно, хозяйку кафе вот с ней беседовали. Вроде бы не требовали никаких денег. Просто спрашивали, задавали какие-то вопросы о сепаратизме. Но следует сказать, что это кафе «Белая ночь». Оно фигурировало на общеизвестном видео, когда солдаты ДНР дрифтовали на украинском БТРе в Славянске. Вот это происходило как раз возле этого кафе. Может, с этим связана эта акция, я не знаю. Но, тем не менее, спустя 8 часов хозяйку кафе отпустили. Но вот а повара, 49-летней женщины, нет уже четвертый день. Кто были эти люди, никто не знает. Они не предъявляли совершенно никаких удостоверений. На форме не было совершенно никаких шевронов либо других опознавательных знаков. Ну, естественно, они не представились, никак себя не называли. Говорили, кстати, по-русски. Ну вот мы пытались выяснить, в чем дело. По крайней мере, Славянское СБУ на тот момент, на вторую половину дня пятницы, было закрыто. Мы пошли в военную комендатуру. Ну, как бы не на камеру тоже. Вот человек, который был в этой комендатуре, он сказал, что люди регулярно обращаются вот с такими случаями и просят помочь. Когда люди, не представляя совершенно, кто они, откуда, берут, похищают, ну, я думаю, это можно так назвать, похищают, и куда потом люди деваются, непонятно. Но, кстати, нам рассказали, что есть такая вот практика, в таких случаях обычно человеку дают сначала позвонить, чтобы сказать родственникам, где человек, что с ним, что он жив, с ним все в порядке. Но в данном случае позвонить не дали. Говорят, что дальше есть практика, что человека отпускают либо на следующие сутки, либо на третьи сутки. Но вот прошли уже четвертые сутки, но так никого и не отпустили. Ну и, собственно, теперь придется еще раз идти в СБУ в понедельник, придется писать заявление в СБУ, и, видимо, вот родственники этой похищенной женщины собрались обращаться к адвокату и каким-то образом поднимать волну протеста, потому что кто это был? Ну,
То ли это были какие-то спецслужбы, а может быть это была диверсионно-разведывательная группа? Тоже большой вопрос. Ну, зрозуміло. Скажи, будь ласка, власниця кафе, яку випустили, а де її випустили? Її знову з поліетиленовим цим кульком на голові вивезли кудись чи що? Ее возили где-то минут 20, по ее же словам, и потом ее отпустили. Есть улица Октябрьской революции у нас, недалеко, кстати, от здания бывшего СБУ, там, где сидел Гиркин. Розуміло. Ну, я так розумію, що будемо мати оновлення цієї ситуації наступному тижні, тобто люди зникають, я думаю, що це привід для того, щоб перевіряти інформацію, щонайменше, так? Так бути не повинно, це незаконно. Так. Щодо інших подій на Донбасі, розкажи, чим запам'ятався тиждень, що минає, що найважливішого було? Прошедшая неделя запомнилась тем, что даже несмотря на Новый год, на какие-то праздники, все равно продолжались обстрелы позиций бойцов антитеррористической операции. Их обстреливали и под Новый год. И, кстати, в ночь с пятницы на субботу была попытка прорыва фронта в районе Мариуполя, но бойцы батальона «Азов» сумели отбить атаку. Кроме того, в оккупированном Донецке, где не прекращаются обстрелы, мирные жители были вынуждены встречать Новый год в подвалах. Это видео есть на нашем YouTube-канале «Громадського телебачення Донеччини». Люди, сидя в подвалах с маленькими детьми, на фоне веревок с развешенным бельем, вот вынуждены в таких условиях встречать Новый год. Кроме того, есть информация, что в ДНР объявили мобилизацию, как они называют, добровольную мобилизацию подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Вот такие, если коротко, новости. Я так розумію, урядова допомога так гуманітарна була роздана під Новий рік. Чому саме цим селам, мешканцям цих Углігорськ, Булавинська, Ольховатка, Камышеватка, Новогородка, Орловська, Андреевка, каждый из граждан получил по 20 кг помощи? Что это за, як це зрозуміти, що саме для цих селищ була роздана гуманітарна допомога? Эти населенные пункты фактически находятся на линии фронта. Люди каждый день живут под пролетающими снарядами. И многие из них чувствуют полное отсутствие какой-либо власти. И вот они живут в таком вакууме. И поэтому именно эти люди нуждаются в помощи. Ну, что, собственно, и было сделано. Ну, кстати, вот на той неделе мы общались с советником губернатора Донецкой области Кихтенко. И он заверил нас в том, что гуманитарные эти грузы, они и дальше будут поступать в населенные пункты, которые прибывают на линии огня. Но вот будем ждать следующих грузов. Будем следить за этой ситуацией. А чи контролюється розподіл цієї гуманітарної допомоги міжнародними організаціями? Насчет международных организаций у меня нет такой информации, но следует заметить, что именно с этим гуманитарным грузом, почему-то так случилось, но именно с этим грузом был только один журналист, и это был журналист громадського телебачення Донеччини, почему-то средства массовой информации не интересны поездки вот в такие места. Может быть, потому что, ну, не знаю почему. Ну, а видео с цієї гуманитарной поездки, чи да, оно есть на нашем YouTube. Да, да, оно уже есть. Уже готово. Да, есть на нашем YouTube-канале, можете посмотреть. Добре, дякую, Сергій, за пряме включення в студію громадського. Будемо оновлювати інформацію на наступному тижні. Бажаю, щоб в новому році на Донбасі щонайменше війна припинялася та знаходились можливості для миру. Дякую. Під час включення з Донбасу ми